Здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора будет очень важный момент в жизни каждого человека. Появляются какие-то заболевания, существуют какие-то проблемы, с которыми человек может справиться, может и не справиться. И эти проблемы в виде болезней, они накапливаются и тогда дают хронические такие заболевания, при которых человеку уже тяжело выйти из этого состояния. Генетики и ученые на сегодняшний день все в один голос говорят, что если произошли какие-то изменения, ДНК имеет память, эта информация записывается с теми нарушениями, и в дальнейшем клетки уже делятся с теми нарушениями, которые произошли в течение жизни. Достаточно полгода, немножко больше, немножко меньше для разных органов, для разных проблем, в зависимости от деления клетки. Некоторые клетки делятся быстро, некоторые медленнее. Поэтому все зависит еще от процесса деления клеток, в каком органе какие произошли изменения. Так вот, однозначно на сегодняшний день есть научно доказанное мнение, что ДНК изменить невозможно. Но в то же время я считаю это полнейшим абсурдом, потому что ДНК изменить в худшую сторону, то есть если организм сделал какие-то нарушения, и эти нарушения записаны в ДНК, и дальше клетка уже делится с этими нарушениями, то почему ее не изменить так, чтобы эти изменения произошли в обратную сторону, и чтобы клетка опять же записала ту информацию, которую нам нужна, и чтобы человек вылечился, и дальше клетки делились опять же с той информацией, с той программой, которая была раньше. Поэтому я 100% полностью опровергаю теорию клеточной вот этой вот невозможности и то, что нарушения, какие произошли, они всегда можно повернуть и в одну сторону, и во вторую. Так что мы должны помнить о том, что если какие-то нарушения происходят, нужно с ними быстро реагировать, чтобы они не переросли, не дали память ДНК, не изменили нашу структуру клеток с теми нарушениями, которые могут или есть в организме. И в то же время мы должны всегда реагировать на это и исправлять. Если это не получилось, и у вас уже давно, например, находится какая-то хроническая болезнь, а может даже несколько, а может даже целые... У меня была женщина, у которой было 25 хронических заболеваний. Вы можете представить, что трудно самому по себе с этого выйти. Но в то же время она была очень довольна от наших процедур, потому что мы используем большое количество методов, которые дают возможность изменить ДНК. Это не просто что-то вылечить, но и воздействие с целью изменения ДНК. Что это за процедуры? Я в предыдущем фильме немножко озвучивал. В первую очередь это вера. Вера, надежда, любовь. Вот эти вот вещи, они являются неотъемлемыми частями при изменении каких-либо в своем организме. То есть человек сам должен понимать, что он хочет, как он хочет, и организм это делает. Самое страшное на сегодняшний день в медицине – это то, что они констатируют факт того, что это невозможно, и это записывается, эта информация, а не другая, в мозг человека, и человек не выделяет ни одной калории, не стремится, не желает, ничего не делает для того, чтобы изменить свою структуру ДНК при хронических, генетических, неизлечимых и даже смертельных каких-то заболеваниях. На самом деле, можете посмотреть вокруг, вспомнить факты. Множество, тысяч, миллионы людей сами по себе вылечились от тех заболеваний, которые были диагностированы, и людям дали смертельный или какой-то другой приговор. Поэтому все, что человеку говорят, если он берет это в голову, так оно и произойдет.
Если человек стремится к своему выздоровлению, изменению своего ДНК, то это получается. Само по себе изменение ДНК, почему ученые не могут добиться никаких существенных результатов, потому что в то же время они хотят, если даже силой воли, ну то силой воли. Но для того, чтобы изменить, нужно физически изменить. То есть вылечить саму клетку и записать ту информацию. Даже вылечив ту клетку, которая будет уже здоровой, но информация в ней, ДНК, может остаться предыдущей. То есть с нарушениями, теми, которые произошли раньше. И следующая клетка опять может рождаться с теми нарушениями, которые были ранее. Хотя она и здоровая. Поэтому здесь нужно проходить как бы такое комплексное воздействие, при котором человек хочет, изменяет ДНК и делает в своем организме те процедуры, которые дают возможность вылечить, выздороветь своим клеткам. Люди не понимают, что они лечат какое-то заболевание, а само заболевание – это уже приговор. Это, если человек лечит болезнь, то он лечит уже то, что вылечить уже невозможно. То есть, если человек думает, что он болеет таким-то заболеванием, а сценарий этого заболевания неизлечим, то если он принимает эту информацию, ну, здесь тяжелый случай. Вот. Но если человек знает, что он состоит из клеток, клетки эти имеют способность и в одну сторону, и во вторую сторону изменяться. ДНК этих клеток может меняться, и вы можете записать информацию о том, что она будет вылечена, эта клетка, и следующая будет рождаться с другой информацией, которая нужна вам, а не кому-то, или по сценарию кого-то. По вашему сценарию она должна делиться. Поэтому вы сами творцы своей судьбы. И если вы это будете делать, то это приведет к положительному результату. Изменить ДНК легко. Но для этого нужно очень много методов для того, чтобы зафиксировать это все. И моим желанием помочь вам всем, это то, чтобы я вас научил, как это делать. Я не смогу лично влезть в вашу голову и поменять там, перекрутить шарики на ролики для того, чтобы изменилась эта ДНК. Вы это должны сделать сами. И вылечиться человек может только сам. Поэтому вы должны и предпринять меры для того, чтобы вылечить те нарушения, изменить те нарушения, которые произошли в вашем организме. С помощью каких-то методик, травы, там, процедуры. Это уже ваше дело в зависимости от тех нарушений, которые у вас есть. Это опять же ваше. Вы можете посмотреть информацию у меня на сайте, мои книжки почитать, мои фильмы. Это много дает, но все равно это должны сделать вы. Без вас то ничего не изменит. И когда говорят, дайте мне какую-то гарантию того, что вы там что-то будете лечить и вылечите или нет, как можно дать гарантию того, что человек сам должен сделать? Я должен дать гарантию на то, что вы должны сделать. Это вы должны изменить свою ДНК. Понимаете? А не я. Я даю вам подсказки. И чтобы эти подсказки лучше работали, я даю вам информацию, как это делается. Я задал вопрос и назначил конкурс такой, чтобы люди задумались о том, как это делается, что делается. К сожалению, очень мало ответов я получил, и мало ответов тех, которые дали интересную информацию, которая может пригодиться людям. Я эту информацию разместил у себя, размещу сюда под фильмом, чтобы вы думали и знали о том, что это возможно, а как это делать? Есть множество методов. Здесь люди сами подумали и привели много примеров, которые я считаю, что они могут быть. Некоторые они там, может, даже на 1% влияют, некоторые, может, на 10% влияют на организм человека, чтобы изменить ДНК. Но в общей сложности, если эти методы использовать в комплексе, то они дадут 100% результат. Я не нашел
ответов на максимально эффективные методы, кроме того, который я сказал, это вера. То есть без нее никак невозможно. И китайская медицина об этом конкретно говорит, что вера – это плацебо фактически. Это слово, которое люди призорно переносят. На самом деле вера – это и есть плацебо. И человек, веря в то, что он вылечится, принимает еще какие-то процедуры и что-то делает, и знает, что это будет так, вот это ему помогает. Без веры фактически ничего невозможно сделать. Поэтому я думаю, что китайская медицина, она права, что любые неизлечимые заболевания, они излечимы, и 50% вообще неизлечимых заболеваний можно лечить только верой, плацебо. То есть вы захотели, вы поверили, вы делаете что-то, и оно осуществляется так, как вы захотели. Поэтому в том конкурсе, который я объявил, я увидел существенных, можно сказать, таких мероприятий, и, которые изменяют ДНК очень много. Я считаю, что они в большинстве случаев правильные и имеют право жить. То есть их нужно использовать. А из тех, которые я ожидал, ну, я только увидел, можно сказать, два метода, которые я ожидал. А три главных метода еще остались, можно сказать, за кадром. То есть люди не догадались, что еще из основных методов нужно предпринять для того, чтобы изменить ДНК, чтобы ее зафиксировать, чтобы она не изменилась в обратную сторону, чтобы вернуть ту память, которая была перед болезнью. Поэтому есть очень хорошие ответы, но их еще недостаточно. Я считаю, что для того, чтобы вы сами дошли до этого, чтобы вы думали, анализировали, чтобы ваш мозг включился на то, что нужно делать, я думаю, что нужно продлить это обсуждение, дебаты, ну, можно сказать, под фильмом в комментариях. И в процессе обсуждения найти истину. Я не буду комментировать этого. Вы сами должны это сделать. Вы сами должны дойти до всего, что происходит и как это делается. Если вы это сделаете, вы будете жить долго, счастливо и здорово. И здоровыми будете. Поэтому советую вам дойти до этой информации, потому что каждый человек, каждый до единого в процессе жизни заболевает каким-то недугом. И этот недуг постепенно переходит в хроническую форму. А человек не обращает внимания, а пускай там что-то будет, но на самом деле у него уже за определенный период изменяется ДНК, записывают эту негативную информацию, и человек уже дальше идет сам собой, не понимая о том, что с его заболеванием трудно будет побороться, если не предпринять кардинальные меры. Вот эти кардинальные меры я вам и хотел озвучить, чтобы вы поняли, как это происходит, что происходит с организмом человека и что нужно. Поэтому я вам просто подсказываю, что есть стопроцентная методика изменения ДНК и любые хронические, неизлечимые, смертельные заболевания можно лечить. Вылечить человека только он сам. И слово «лечение» – это является самолечением. То есть человек может только сам себя вылечить. Все остальные слова, кто бы ни говорил, доктор, я или кто, что мы можем вылечить, мы все понимаем под этим словом, что вы сами должны себя вылечить. Вы должны дать себя вылечить, вам помочь, а остальную – разницу в том, что вы должны сами это сделать. То есть, если вы стараетесь и делаете то, что нужно, вам это зачтется в процессе или в результате того, что вы будете. Говорить о том, что только кто-то там сверху вам поможет, это абсолютный абсурд. Каждый человек должен приложить свои силы, то есть вера и высшие силы. Это дает громадный результат,
Но этого недостаточно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если вы надеетесь на меня, на кого-то, на силы высшие, это хорошо. Но этого недостаточно. Вы должны включить свои внутренние резервы. Верить это, хотеть и делать. Если вы это делаете, красный характер. В данном конкурсе победила этот конкурс. Она ответила, одна женщина, которая ответила, по моему мнению, можно сказать, недостаточно то, что я ожидал, но в то же время много информации полезной дала. Ее имя Эвелина, прошу ее сконтактировать с нами. Все ответы, которые я получил, более-менее заслуживающие того, чтобы о них знали, я размещу под этим фильмом и в комментариях, и надеюсь на ваше бурное обсуждение, потому что если вы будете обсуждать, вы будете сами об этом думать, верить, начинать хотя бы в это верить, потому что многие врачи, многие сами больные, у них аж пена изо рта идет, когда им говоришь, что это возможно. А все говорят, как это возможно. А вот так это просто, как выпить стакан сока. Это так. Так просто изменить все в себе. А вы думаете, что это сложно. Поэтому вы хотя бы захотите изменить. Пожелайте это. И все у вас получится. Если вы думаете, что это невозможно, это не. В ваших руках ваша судьба. И надеюсь на то, что ваш разум, ваша душа поймет то, что нужно понять, а не то, что вам. Желаю вам счастья, здоровья, любви, успеха и всего наилучшего. Думаю, что будет полезна моя информация, которую я вам предоставляю. Смотрите дальше передачи, записывайтесь на наши каналы на Фейсбуке и на Ютубе и приглашайте друзей. Я думаю, некоторым моя информация все даже очень. Всех я вылечить не смогу, всем я помочь не смогу, но та информация, которую я предоставляю, возможность многим людям быть в хорошем состоянии. До встречи.